Мяу. Цыпленок и цапля. Сказка на букву «Ц». Однажды цыпленок увидел на набережной цаплю и решил познакомиться с царственной птицей. Но как? Целый месяц думал цыпленок, как добиться цели. И придумал. Побежал домой к цесарке и что-то долго шептал ей на ушко. На другой день цесарка оказалась около дома цапли. Отодвинула доску в заборе и пробралась в сад. А в саду цвел у цапли ценный цветок – целебный цикорий. Не успела цесарка прицелиться, а цыпленок как цыкнет с забора. «Слышь, цесарка, не цепляй цветок цапли!» Спрыгнул цыпленок в сад. «Караул! И давай клевать цесарку. «Караул! Цапля! Цикорий в опасности!» Цесарка кинулась наутек, а тут и цапля в сад спустилась. «О, какой ты, цыпленок, умница! Цел мой цикорий! Дай поцелую!» Поцеловала цыпленка в лобик, а он и рад стараться. Цветок цыпленок уберег и станцевать для цапли смог. Он так, он сяк, и, наконец, сказала цапля: «Молодец!» Теперь птенец гордится знакомством с важной птицей. А еще царственная цапля подарила цыпленку ценную цепочку. Интересно, почему же цыпленок отдал эту цепочку цесарке? Цапля. Цыпленок. Цесарка. Цесарка. Цветок. Цепочка. Цикорий.